Думаю, что сейчас созданием большой профессиональной школы велогонщиков на территории Орловской области заинтересовались в известной российской команде «Русвело». Напомним, в Орле при инициативе спортсмена с мировым именем нашего земляка Дениса Меньшова планируется создать велоцентр, в котором бы тренировались не только орловские, но и спортсмены из других регионов. Подобных проектов в России сейчас единицы. В рамках центра и все, я надеюсь, что мы, опять же, орловский спорт поднимется и выведем, то есть вернем, в принципе, его на уровень, там, не знаю, там лет 20 назад, как у нас это было, все история и результаты. Орловский центр решено создать на территории госуниверситета УНПК. Кастинг первых претендентов на обучение в нем состоится уже этой весной. В центре будут готовить шоссейных велогонщиков. Возраст от 15 до 22 лет. Само существование нашего проекта «Русвело», да, то есть верхушка айсберга, будем так говорить, профессиональный велоспорт, невозможен без подпитки снизу. То есть невозможен без тех кадров, которые воспитываются на местах, в регионах. Да, естественно, мы будем помогать, и в первую очередь наша помощь – это связь с тем, что делается здесь, то есть и те гонщики, те ребята, которые будут воспитываться здесь, они будут понимать, что у них есть ступень для роста, понимать, куда, в общем-то, им идти и куда стремиться. К строительству центра намерены приступить уже в этом году.